на канале ТВЦ состоится премьера 4-серийной детективной мелодрамы «Эксклюзив», выход которой ожидается 24 марта. В центре сюжета сериала известная журналистка, которая оказалась не в то время, не в том месте. Теперь ее обвиняют в жестоком убийстве, которого она не совершала. Чтобы снять с себя подозрения и не сесть в тюрьму, она должна за неделю найти того, кто жестоко расправился с ее любимым мужчиной. Кроме всего прочего, журналистке нужно решить, хочет ли она оставить ребенка от незапланированной беременности и сможет ли она растить малыша в одиночку. И получится ли ей остаться на прежнем месте работы из-за рождения ребенка. И все это нужно решить на фоне подготовки эксклюзивного материала о смерти человека и осужденной за его убийство женщине, который поможет ей выйти из тюрьмы. Главные роли в сериале исполнят Андрей Некрасов, Мария Болтнева, Александр Баргман, Владимир Селезнев и другие. Премьера 4-серийной детективной мелодрамы «Эксклюзив» состоится 24 марта на канале ТВЦ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.